Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вы смотрите передачу «Церковь и мир». Вести ее мне помогает обозреватель Иван Семенов. Здравствуйте. Ваши вопросы митрополиту Илариону задавайте на сайте нашей программы vera.vesti.ru. Владыка, мы постоянно получаем вопросы от наших зрителей, которые ждут, не дождутся Всеправославного собора, который давно запланирован, намечен, обещан, и все никак не происходит. Каковы перспективы этой встречи? Всеправославный собор готовится уже 50 лет. В 1961 году представители поместных православных церквей собрались и решили, что надо провести Всеправославный собор. Почему его надо провести? Ведь всеправославных соборов не было на протяжении более 1000 лет со времен Вселенских соборов. Но сейчас мир устроен таким образом, что необходимо взаимодействие между церквами. Они должны совещаться между собой, должны принимать какие-то общие решения. И в этом смысле необходимость в таком соборе давно назрела. Другое дело, что собор этот готовится уже 50 лет, и сам по себе этот факт свидетельствует о том, что достаточно непросто будет созвать такой собор, и непросто будет его провести. Ну, а кроме того, в процессе подготовки, как я понимаю, то самое необходимое взаимодействие уже как-то происходит. Оно уже происходит. То есть сама подготовка этого собора является определенной школой для церквей и действительно площадкой для взаимодействия. Но тут важно понимать, что между православными церквами нет никаких разногласий в области богословия. У нас единое богословие, у нас одни и те же догматы, одна и та же вера. У нас такое же богослужение, хотя есть определенные отличия, связанные с какими-то местными обычаями, но литургия одна и та же, церковный устав один и тот же. То есть православные церкви, несмотря на то, что в течение более 1000 лет не было всеправославного собора, православные церкви продолжают жить как единое целое, как единая православная церковь, у которой, правда, нет никакой общей администрации. То есть в этом отличие церковной структуры православия от церковной структуры католичества. Так вот, сейчас в ходе вот этого межправославного взаимодействия появляется некий координационный центр. Этим координационным центром является Константинопольский патриарх, как первый среди равных в семье предстоятелей поместных православных церквей. И вот именно Константинопольскому патриарху поместные церкви усвоили право созывать всеправославные соборы. Но помимо того, что между нами есть общего, есть и определенные разногласия. И эти разногласия прежде всего связаны с различной историей поместных церквей, каждая из которых существует на определенной территории. Автокефалия – это независимое самоуправление. Автокефальной в православии называется административно-независимая поместная церковь, во главе которой стоит епископ в сане патриарха, архиепископа или митрополита. Независимой, конкретнее независимой от Константинополя, русская православная церковь стала достаточно поздно. Если Русь была крещена в веке X, то автокефалия была де-факто установлена только в XV веке. Поводом к тому послужил ряд внешних факторов, которые не касались напрямую тогдашнего московского княжества. Тут и давнее стремление крупных, значимых и древних кафедр христианского мира к восстановлению единства. Стремление, которое зачастую не находило отклика у противоположной стороны, взаимно латинян и у греков. В то же самое время еще несколько тенденций. Становление национального государства в Европе. Процесс, захвативший также и восточных славян, древнерусское общество. Кризис Византийской империи. То, что привело просто к ее исчезновению с исторической арены. Что в 1437 году Киевскую кафедру, а резиденция киевского митрополита уже давно находилась в Москве, занял грек Исидор. Блестяще образованный человек, гуманист, человек эпохи Возрождения, искавший помощи военной, финансовой помощи Запада.
помощи, которая еще давала какую-то, пускай слабую, надежду на отражение турецкой агрессии. Было очевидно, что военная помощь Запада не может быть получена в условиях, когда Константинополь и Рим находятся в ситуации церковного глубочайшего разделения. Собор состоялся. Киевский митрополит Исидор после нескольких месяцев пребывания в Москве, в Новгороде и в Пскове отъехал на собор. Кстати говоря, с ним ехал и один из русских епископов, а именно Авраам Суздальский. В конечном счете на акте унии в 1439 году поставлены две подписи от Киевской митрополии. Подпись Исидора и подпись Авраама Суздальского кириллицей. Исидор вернулся в Москву, прочитал там соборный акт об унии и велел отныне на первом месте поминать не имя цареградского патриарха, но имя римского папы. Через три дня он был обвинен в ереси и брошен в монастырь, откуда, впрочем, вскоре сбежал. Только через 7 лет после бегства Исидора в 1448 было решено, что новым митрополитом станет рязанский епископ Иона. Своего преемника Феодосия он также назначил самостоятельно. Тот был посвящен в митрополиты собором русских епископов в 1461 году. На этот раз уже греческая церковь нуждалась в поддержке со стороны русских православных. Эту поддержку получила, и все разногласия вокруг автокефалии были забыты, как небывшие. Раньше не было вообще никакой четко прописанной процедуры предоставления автокефалии. Как правило, автокефалию никто и не предоставлял. Ее церковь провозглашала, а потом получала согласие, скажем, Константинополя, или, как в случае русской церкви, было получено согласие и подтверждение четырех восточных патриархов – Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Сейчас церкви договорились о том, что предоставление автокефалии в дальнейшем будет всеправославным процессом. В нем будут участвовать все поместные церкви. И ни одна церковь не сможет стать автокефальной, если на это не будет согласия всех поместных церквей. Но если не будет метода консенсуса, если подобного рода вопросы будут приниматься простым большинством, то мы не только не сможем объединить церковь, а мы, наоборот, ее разделим. Сегодня уже существует разрыв между Иерусалимским патриархатом и Румынским патриархатом. Между собой у них есть конфликт. Так вот, как такие вопросы должны решаться? Они должны решаться в братском диалоге церквей. И, конечно, только методом консенсуса. Владыка, в начале 17 века по просьбе русского царя представители пяти древних патриархатов низложили русского патриарха. Что изменилось с тех пор? Церковь как-то изменилась? Возможно ли сейчас нечто подобное? Я не говорю по поводу там, русского патриарха или какого-то еще, но в принципе. Был не так давно такой случай, когда предстоятели поместных церквей собрались и приняли решение о низложении Иерусалимского патриарха. Это было несколько лет назад. То есть такие механизмы возможны. Опять же, эти механизмы нигде не прописаны. И в этом смысле Всеправославный собор может быть очень полезен, потому что мы можем создать некий механизм взаимодействия, который позволит решать межцерковные проблемы. Есть территориальные претензии одних церквей к другим. Есть разное понимание роли первого в семье православных церквей. То есть, например, Константинопольский патриарх считает, что его первенство – это не только первенство чести, но что у него должны быть и определенные права по отношению к другим патриархам. А мы так не считаем. И, скажем, Румынская церковь тоже так не считает. И вот, вот эти разногласия, накопившиеся, многие из них уже преодолены в предсоборном процессе. Некоторые еще предстоит преодолеть. Мне некоторое время назад звонили коллеги из агентства Рейтер и спрашивали, а правильно вот написано у нас в новости, что
Константинопольский патриарх является духовным лидером всех православных христиан. Я говорю, нет, неправильно с нашей точки зрения. Это неправильно, хотя... Они говорят, а вот у них на сайте Константинопольской патриархии так написано, поэтому мы это ретранслируем в новости. Да, вот это опять же одно из разногласий, потому что ведь на Западе как принято, что римский папа — это глава всех католиков. А кто у православных глава? Ну, говорят, вот у православных глава Константинопольский патриарх. Хотя, если Константинопольский патриарх приезжает в Россию, или в Украину, или в другую страну, которая входит в каноническую юрисдикцию Русской Церкви, то он сюда приезжает не как начальник, он сюда приезжает как гость. И мы его принимаем как высокого гостя, но он не может никаких решений принимать, никаких... делать, скажем, запретов, или у него нет никакой исполнительной власти. Сейчас мы прервемся для того, чтобы посмотреть репортажи о новостях, которые привлекли наше внимание на прошедшей неделе. В лавре святого Георгия в Каире, древней жемчужине Коптской церкви, служит панихиду по убитым. Никто и представить себе не мог, что демонстрация местных христиан против разрушения и поджога двух небольших недостроенных церквей радикалами-исламистами в южной египетской провинции Асуан обернется мятежом в самом центре государственной столицы. До сих пор община коптов, составляющая 10% 80-миллионного населения Египта, относительно мирно уживалась с исламским большинством. 36 убитых, более 300 раненых и большинство ранений огнестрельные. Никогда еще межконфессиональные волнения в Египте не приводили к таким жертвам. Никогда, даже в самые драматические дни январской революции, военные и гражданские не расстреливали друг друга из калашниковых. Настоящая братоубийственная война вспыхнула на самой опасной религиозной почве, и каирские события уже сдетонировали и в Александрии, и в Луксоре. И хотя мусульманские и христианские авторитеты отчаянно призывают своих адептов к сдержанности, хотя армейские власти вновь вводят в центре столицы комендантский час, Рубикон пройден. То, что было немыслимо вчера, сегодня стало уже фактом жизни нового Египта. Сразу же после воскресных беспорядков в Каире патриарх принял позавчера специальное заявление о событиях в Египте, где категорически осудил тех людей, которые нападают на христиан, которые взрывают храмы, высказал озабоченность по поводу того, что само будущее христианско-мусульманского диалога ставится под вопрос, высказал солидарность со страдающими коптами, со страдающими братьями по вере, и призвал все международные организации, и в первую очередь правительство Египта, принять действенные и решительные меры по пресечению гонений на религиозной почве и соблюдении религиозной свободы в своей стране. Провокации постоянные. Люди собираются на богослужение в какой-нибудь деревне. Идет богослужение. Церковь закрывают снаружи, поджигают. Копты просто бегут в европейские консульства, прося себе статус беженцев, убежища. Им там в некоторых заявляют, в частности в немецком консульстве, их встречают женщины в хиджабах, сотрудницам консульства, гражданки Германии, и говорят, там это не диаконическое агентство вам оказывает помощь. Позиция священначалия Коптской церкви, она, мне кажется, наиболее верная. Это земля наших предков, мы не должны с нее бежать. Тут нужно не создать условия, так сказать, для беженцев, чтобы беженцы хлынули в Европу, Америку миллионами, а нужно обеспечить в своей собственной стране, в Египте, порядок и соблюдение прав верующих. Все экспонаты руками трогать не просто можно, нужно, потому что большинство посетителей видит только так, через прикосновение. В музее Дом иконы на выставке для незрячих и слабовидящих все экспонаты рельефные. Большую часть изготовили специально, но есть в экспозиции и древние раритеты, например, образ Богородицы середины 17 века. Мы долго думали, какие именно экспонаты из старого фонда, да, из самой коллекции мы можем предоставить. И решили, что люди важнее в данном случае.
Здесь можно ощутить то, что обычно скрыто даже от глаз зрячих людей. Например, процесс подготовки красок и доски для иконы. Вот кисти, минералы, которые перетирают в краску, и доска на разных этапах. Чистая, подкрытая левкасом и уже с прорезью. А это копия херувима, который находится под куполом Воскресенского собора в Новоиерусалимском монастыре. Все сколы и трещины на керамических крыльях замазаны. Гладкость идеальная. Для слабовидящих людей выставка должна быть не только интересной, но и безопасной. Большое внимание сотрудники Дома иконы уделили и удобству. Все названия продублировали шрифтом Брайля над и под экспонатом. И даже перекрасили стены. Мы советовались со специалистами и психологами. Они нам сказали, что чем спокойнее гамма, тем слабовидящий человек лучше воспринимает то, что находится поверх, так скажем, то есть экспонаты. Сложно себе представить, как воспринимает, тем более ребенок, не видящий этот мир, и что ему можно рассказывать. Потом кто-то из них немножечко видит, например, различает цвета. Это, конечно, очень сложно. Для нас первый опыт, и мы в данном случае собираем любую информацию, любые пожелания. В дальнейшем надеемся расширять нашу экспозицию. Незрячие и слабовидящие посетители могут прийти в любое время работы музея. Для них посещение бесплатно, а сотрудники всегда окажут необходимую помощь. Ольга Глущенко, Константин Джабаров для программы «Церковь и мир». Владыка, вот тем временем, пока готовится много лет Всеправославный собор, некоторое время назад собрался собор так называемых древних патриархатов. Вот, они там обсуждали примерно те вопросы, которые должен обсуждать Всеправославный собор тоже. Какой был смысл с точки зрения древних патриархатов в этом мероприятии? Ну, во-первых, это не был собор, это была просто встреча. Ну, совещание там, как это называлось? Встреча, совещание четырех патриархов и одного архиепископа. Прежде всего, эта встреча была посвящена проблематике Ближнего Востока. Но также на этой встрече были затронуты и другие вопросы, в том числе подготовка к Всеправославному собору. Разумеется, такое совещание не могло принять каких-либо решений, потому что решения, касающиеся всеправославного взаимодействия, могут приниматься только всеми поместными православными церквами. Тем не менее, там была сделана рекомендация о том, чтобы Константинопольский патриарх созвал собрание предстоятелей поместных церквей. То есть не Всеправославный собор, а как бы в преддверии Всеправославного собора, чтобы встретились все главы православных церквей. То есть Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, Московский, Грузинский и так далее. И чтобы они пересмотрели способ принятия решений на межправославных подготовительных совещаниях. Сегодня и на протяжении всей истории предсоборного процесса единственным методом принятия решений был метод консенсуса. Иначе говоря, если хотя бы одна церковь не соглашается с тем или иным решением, это решение не может быть принято. У каждой у каждого есть право вето. Если я не согласен, то ничего не принимается. У каждого есть право вето, да. Это как раз позволяет нам идти вперед. И только этот способ решений, он и возможен. Потому что, представьте себе, какая-нибудь церковь не соглашается, а просто методом голосования она оказывается в меньшинстве. И принимается решение, которое наносит ущерб этой церкви. Что она должна будет сделать? Она выйдет из этого предсоборного процесса. И она скажет, что я в таком соборе участвовать не буду. Дорогие братья и сестры, я хотел бы в завершение нашей передачи напомнить вам слова из послания апостола Петра, обращенные ко всем христианам. «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Да хранит вас всех Господь, всего вам доброго».